Сегодня у нас 4 декабря, а это значит, что сегодня полиция 2. Ну что ж, Перси не пришел сегодня на работу. В принципе, ожидаемо. Я перебрал с выпивкой. Ладно, сейчас мы тебя освободим от этой выпивки. Перебрал с выпивкой, кто бы сомневался. Знаешь, у меня кузен на почте работает, так что мне разрешил. Ай, там будет почти 600 страниц, я целый день буду печатать копию, но мне нужно... Арнович. Ну ладно, черт с тобой. В принципе, минус 2 копа на сегодня, это не так страшно. Поехали. Так, сперва. Разберите сами. Ну, в принципе, нормально. Поехали. Так, остался один день. Давайте сперва освободим наших алкашей от зависимости, а потом распределим их. Такс. Послезавтра надо будет заплатить Фраю, начинайте экономить. Фрай, мудак, херов. Подождите, а как, уже все поздно, уже никак? А, вот, алкозависимость, лечение. Давайте, да, я уверен. Куплено. Двоих можно освободить. А у меня только один. Давай. Надо двоих обязательно. Блин, ну я не знаю даже. Я просто не знал, что надо было именно двоих. Я думал, по одному можно будет отправлять их. Ну, сгоняй ты быстренько с ним. Или не гоняй, подожди. С Тайкусом сгоняйте. Совсем ёлся головой. Ладно. Ну, давайте тогда их... Давайте тогда всех ловить потихоньку. 750 надо. Сюда. Так, здоровенный мужик бьет ногами молодого тамочки за то, что тот случайно поцарапал его машину. Ну ты вообще охерел, что ли? Хотя нет, Лимзи оставим. Вот вас троих отправим. Вечером возвращался в больницу под врачебный надзор. 900 надо. Так, а здесь сколько надо? Тоже 900. Ну ладно, давай сперва в больницу сгоняем, потому что она ближе. Вперед. Что здесь? Мистер Нэш, я как только сторожем стал, так сразу начал готовиться к самому страшному дню. Дню, когда в класс приедет школьник с оружием. Слушай, а ты, блин, ты это не перебарщиваешь случайно? Стреляешь из противника. И вот, достань мне 6 таких гранат, и я под 6 гранат. Да нафиг иди. С 6 гранатами. Арест. Преступник пойман. Замечательно. В участок вот сразу. Так, что у тебя? Давай силу тебе. Качнем. Так. Пытать, допросить. Давайте сперва допросим. Так. Я видел твое имя в титрах нескольких крутых фильмов. Почему не сиделась на каскадерах? Так, зачем тебе личные дела пациентов? Решил подработать? Зачем тебе кабриолет на железных дорогах? Давайте сперва личные дела пациентов. У меня же есть работа и миссия всей моей жизни. Я самый важный лекарь. Преступник не рассказал вам ничего ценного. Неужели из тебя выбивать все надо пытками? Автомощник кашляет кровь, пытается спрятаться под машиной. Зря мужик рвет и тащит его за ноги обратно. Так, использовать шокер.
Использовать шокер, наверное, давай. Вот так вот, вот. И давайте, наверное, все же запытаем его. Чтобы в случае чего этот день переиграть, пока... Пока у нас... Половина 11. Давай, пытать. 150, да. Такс. Ну, что мы с тобой будем делать? Она поможет нам поднять слабые места преступникам. Купите медицинское досье. Давайте вот сюда. Так, дебилы, вы заметили, какого размера вообще? А, ты у нас очень крупный. Воля-то прибавилась. Ну, давайте тогда вот эту сыруху, правда. Ой, фу, в кишке ему руку опустим. Так, не очень здорово получилось. Что еще можно использовать? Может, сыворотку правды ему вколоть? Давайте вколем. Блин. Ладно. Мы лучше переиграем тогда. Так, ну в этот день мне фартануло гораздо больше. Алкаши сейчас отправим. Может быть, они вылечатся. Так, это молодого тащат за ноги, хорошо. Так, сюда по-прежнему отправляем этих двоих в больницу. Две беременные женщины дерутся из-за пары детских ползунков. Ну, вы нашли, конечно, из-за чего драться. А, так, давайте переговорщика туда. Так, преступник пойман, замечательно. Скорость тебе качаем. Так, допросить. А в этот раз я попытаюсь что-нибудь другое выбрать. Давайте вот это. Ясно, один и тот же ответ. Ничего путного не удалось у него выпытать. Ладно, пытать тогда будем тебя. А, подружиться с Каньяном надо. Давайте в морг и уже поупаду вот сюда. Блин. А здесь больше нечем его, что ли, пытать? Ладно, еще раз. Блин, поровну уходит у него. Я вижу только три предмета для пыток. Ладно, пока что закончить пытку. Да, я хочу прекратить пытки. Потом еще с тобой. Так, это гранаты тебе надо. А, вот с тобой надо подружиться, да? С Каньяном. Чё, подожди, тебе нужны золотые слитки, насколько я могу помнить. Да, хотя бы один золотой слиток, давайте его все же купим. Так, ну пожалуйста. Нету. Чтоб вас всех, а. Блин, а ведь у кого-то у одной из них были золотые слитки. Так, джип небольшой скорости въехал в витрину, заглох, кабина были окровавлены. Женщина достала револьвер и стреляла парикмахера. Теперь она пытается угнать другую машину, чтобы сбежать с места аварии. Давайте. Или может быть вас... Давайте всем участкам туда, качайтесь, ребят. Так. Давай дубинка его сперва. Обработаем. А, хорошо. Кокаином. Так, ты у нас в основном работаешь... А, ты у нас силовик, да? Ну, давай тогда мы тебе стрельбу начнем качать. Знаешь, до сих пор не чувствовал запах этого мерзкого укуса. Может, бурбон поможет его вытравить?
Подожди, мистер Нэш, я до сих пор чувствую запах этого мерзкого укуса. Может, бурбон поможет его выветрить? Подожди. Один вылечился, а второй нет, что ли? Так, кровавленная женщина с короткой стрижкой стоит посреди дороги, размахивает револьвером, пытаясь угнать машину. Выстрелит в женщину и пукало. Тебя подвести? Так. Стрелять в нее, конечно. Она уже убила одного гражданского, больше не будем рисковать. Да блин, а. Две женщины на поздних сроках беременности вцепились в яркие детские ползунки и пытаются ударить друг друга по лицу. Ну вы даете. Женщина, вот же еще такая же пара, чего вы сцепились? Все, есть. Детское питание у нас. Так, стрельбу мы тебя качаем. Давай, качай стрельбу тогда дальше. Арест. Не то место. А тут что? Проводить день в лесу, в котором на свежем воздухе. Подожди, я же посылал сюда вроде бы, нет? Так, смотрите, вот Арнович, у него до сих пор есть алкогольная зависимость. И у Стокмана тоже. Ну ладно, давайте, наверное, вот сюда отправим. 900. Езжайте. Что здесь? У меня беда. Дочь ушла в поход в лес и не вернулась. Хотя должна была прийти еще послезавтра. Ой, позавчера. Послезавтра должна была прийти. Она ходит в походы одна, я боюсь, она все-таки заблудилась. Похоже, я хочу, чтобы три ваших самых внимательных копа отправились в лес и перевернули там каждый камень. Если она пойдет мою дочку, то обещаю, на территории моих бойня для преступников не будет действовать Женевская конвенция. Обещаю, на моей территории для преступников не будет действовать Женевская конвенция. Ну, не знаю даже. Внимательные копы нужны. А что из внимательности должно быть? Интеллект, наверное. Давайте Флору пусть, наверное, отправим. Не, оставим, пускай качается. Вот давай, поезжай. Поезжай. Не знаю, ну, Тайтуса тоже возьмите. Сгоняйте, проверьте. Так, что тебе нужно? Гранаты тебе нужны, да? 6 таких гранат. Иногда граната поможет тебе вернуть контроль. 6 гранат надо тебе, говоришь? А не слишком ли много тебе будет? Так. Ладно, отправим. Я, правда, не посмотрел, что он мне за это обещал. Ух ты, два вызова сразу в магазин. У входа в магазин бородатый мужчина угрожает молодому парню расправой. 805 надо. Езжайте. Пациент громко пожаловался на медсестру, которая вымогает у него деньги. Это платная, наверное, больница. Ладно, бородка, съезди, проверим. Мне кажется, это ложный вызов. Школа. Мистер Нэш, все в порядке, я отвез. Ты же женщина. Отвезла советы шумовые гранаты. Он сказал, что сможет, что ждет наших ребят у себя на шкале в любое время. А, то есть, спасибо за помощь, мистер Бой, 150 баксов. Ага. И теперь можно... Слушайте, прикольно, можно вот так прокачиваться на халяву. Ну как на халяву, за деньги, правда. Хотя у меня и так копы довольно-таки, ну, неплохие сами собой. А, так. С Каньяном надо дружить. Ну дайте мне хоть что-нибудь. Золотые слитки нужны. Нужен всего один.
Ну, в дамы. Так, ладно. Арест. Преступник пойман. Прекрасно. В участок его. Сила. И что тебе еще надо? Ну, давайте скорость, наверное, тебе раскачаем. Так. Очевидец сообщил, что внутрь зашла девушка с кофе. А, девушка в кофе, в кофте с капюшоном и пистолетом в кармане. Капец. Не продохнуть прямо. Берч, флауэрпост. И можно было... Да, игрок, ну когда ты научишься брать с собой снайпера? Бородатый мужик в плотном пальто приставал остро заточенную ложку в горло испуганного парня. Подкрасться преступнику, выстрелить преступника из тайзера. Из тайзера давай его. Коп стреляет мужчину из тайзера, но электропрывая пальто. Мужчина бросается в заложника и пытается сбежать. Догнать мужчину. Ты чего так с ложкой-то у горла держал? Да. Скорости ни у одного копа нету. Так ты его ложкой у горла держал? Ложкой! Он хотел его зарезать ложкой. Ну догнать-то мы его, наверное, не догоним, потому что нет скорости ни у кого. Давайте переговоры. Бородач, похоже, забыл, что пытался сбежать от полиции, и судья вызвал беседу. Этот ублюдок... Смотри, это помогло. Это бы показывало, что навлияешь на земля. Загадал мне загадку и думает, что я слишком тупой, чтобы ее решить. Использовать перцовый баллончик. Давай сюда эту загадку сейчас решим. Блин, перцовый баллончик использовать. 526 complete. Капец. Так, у тебя стрельба, да? Давай тебе потихоньку все начнем раскачивать. Интеллект. Вымогательство. Месяц ранее не давал ничего такого незаконного, хотел пациент рассчитать за дорогие лекарства. Ну я так и думал, что больница платная, и она ему скорее всего счет выставила. Я так и думал, что это фейк. А, Лавер толкнул девушка в капюшоне, направил инстинкт, девушка не достала. А, не достала оружие из кармана, видны только его очертания, похоже этот револьвер малого калибра. Спокойно подойти и арестовать девушку, ну, давайте. Я арестовал. У нее в кармане не было револьвера. Она просто сложила пальцы в форме оружия. Ничего себе. Драгоценности. Стрельба. Слушайте, Берч третий хорошо так идет. Карьеру себе сделает. Берч третий, знай. Вот если ты, вот если Стокман не вылечится от алкогольной зависимости, ты будешь моим заместителем. Что здесь? Пьяный подросток зашел в бар и потребовал выпивку. Бармен отказал. Тогда подросток разъявился, схватил бармена за столку, бутылку разбил ее и стал угрожать бармену розочкой. 920. Возьмите флауэрпот. А, флауэрпотс. Пускай она тоже качается, но отстает сильнее всех. Мистер Нэш, сегодня после работы начинается турнир по футболу среди городских служб. А, мы принимаем участие, так ведь? Чего? От кого? От Захара. А, от Захария. Мистер Нэш, сегодня после работы начинается турнир по футболу среди городских служб.
Мы принимаем участие среди городских? Ну, да, наверное, давайте примем. Почему нет? Так, и дела. Дела. Штурм. А что, Стокман уже недоступен, что ли? Подождите, почему Стокман недоступен? Ладно. Так, давайте, наверное, отправим в баню. Ну, 1600, нам послезавтра уже надо расплачиваться. Нет, давайте тогда с бани повременим. Ах, знаешь, мы есть... Она таким тупую нашли такие тупую отцу. У нее угодил в капкан, пришлось ее принести. Ее отец, конечно, счастлив, что попросил передать у себя дня и ночи. Что это у вас за гости такие, интересно? Ну, ребят, возвращайтесь. Неважно, не берите в голову. Ранение. 3 дня в больнице. Ну, ничего страшного. Так, я требую уважения. Сказал подросток заплетающимся языком. Переговоры. Пацан, а ну беги домой к мамке и попроси, не то жопу набью. Давайте подкрасться подростку лучше. Оп. Он пьян, он все равно ничего не увидит. Алкоголя до хера просто уже. Девать некуда. Вот самому бы это все выпить. Блин, почему надо смотреть, как они возвращаются обратно? Делать уже на сегодня все равно никаких не будет. Блин, ну вот эти трое, они просто вымотались. Медината тоже что-то загнанный какой-то. Завершить день. Так, остался один день. Распределение. А, вот, теперь можно. Так, сюда нужен сильный коп, у которого есть сила. Давай. Сюда нужен коп со взломом. То есть коп со стелсом. Давай. Так, сюда нужен коп-переговорщик. Блин, ну Тайтус только. Вот у тебя переговоры. Берч третий и сюда подходит. Может быть, все же есть какой-нибудь коп со стелсом? Давайте, наверное, лучше у тебя вот сюда со стелсом, а тебя Берч на переговоры. Готово. Блин. Оба что ли? По обоим что ли фронтам надо их распределять? Ну ладно, тогда следующую смену еще сюда включим. Хорошо. Ну, Картер, ты даешь, конечно. Посмотри, мистер Нэш тебя с огромным отрывом опережает. А, марш. Джексон. Ну, вот этого, понятное дело, надо брать, несмотря на то, что он уставший и непреданный. Да, давайте его возьмем. И больше ничего брать не будем. Он что, ничего не взял, что ли? Так. Стокман, выходишь на работу снова. Спурлок. А, смотрите, я их не могу отослать, да? Ну тогда давайте. Не знаю даже. Вас всех берем. Ложечку берем обязательно. О, Киммел.
Их в баню надо отправлять. Тайтус вообще загнанный просто. Ну, Кимила надо брать, потому что, блин, надо узнать его расположение ко мне. Так, 12 копов выбрано, да? Ну, половина из них не будет работать. Давайте Бородку возьмем, пока он не такой дохлый. Вольбика тоже возьмем, пока он не такой дохлый. Медината будем брать? Не, давайте все же отправим их в баню. Мне нужны люди. Чекпоинт. 5 декабря. Поехали. Бородка не пришел на работу. Ложечка не пришел на работу. Ложечка, ты че? А, едва ли могу работать сегодня. Опять что ли? Я перебрал с выпивкой. Едва ли могу работать сегодня. Да вы чё? Сколько вас надо купать в этом алкоголе, чтобы вы перестали пить? Нам в больной турнире лесные духи... Не, мне разыграли турнир. Сломал ногу, его забрали в больницу. Так. Трое не пришли. Разбирайте сами тогда. Начинаем. Санитары леса. Ладно, подождем еще. Такс. Так, чтобы успеть занять выгодную позицию, нужен быстрый коп. Скорость. А, непреданные не идут. Понятно. Климзи тогда давай. Ресепшн. Обзреть преступника, держать нужен меткий коп. Стрельба. Давай. И чтобы арестовать преступника, на руке взлома, он откроет дверь преступника и оглушит его дубинкой. Чтобы арестовать преступника, нужен коп с навыками взлома, то есть скрытность и дубинка. Ну какого черта ты не взял дубинку, а? Не, давайте тогда по-другому как-нибудь. Такс. Быстрый. Сперва быстрого. Скорость 1. 1. Тут скорость 3. Тут скорость 1. 0. 0. 0. Настолько Климзи быстрый. Ладно, допустим, тебя. Так. Меткий коп, стрельба нужна. Блин, так мало нормальных копов у меня. Давайте уж как распределили. Вот первый пойдет Климзи, да. А, обезвредить преступника, держать нужен меткий коп. Потом пойдет... Стрельба. Хотя подожди. Быстрый коп. Взреть преступника. Коп с тайзером. Блин, только этот коп. Так, нужен быстрый коп. Нужен коп с тайзером. Ладно. Так, и коп с дубинкой нужен. Угу, готово. Или может все же лучше переиграть этот день, чтобы, ну, экипировку всем нормально дать. Давайте, наверное, завтра надо будет платить. Давайте, наверное, переиграем этот день. Чтобы всем нормальную экипировку выдать.
Что-то я не подумал как-то. Так, перебрал с выпивкой. Бывает, перебрал с выпивкой. Перебрал с выпивкой. Да вы что все такие алкаши, не могу понять. Музыка. Нет, нельзя. Нет. Ладно. Так, Дольче перестал мне быть преданным, да? Предатель. Такс. Нужен быстрый... Так, подождите. Нужен быстрый коп и нужен стреляющий. Так, пускай пока все разберут, посмотрим, что все возьмут. Так, коп с тазером есть. Быстрый коп есть и коп с дубинкой еще нужен. Следовательно, нужна сила и дубинка. Так, ну вроде сейчас должно сработать. Ну-ка, давайте-ка еще разок. Так, пока это не интересует меня. Распределение. А, сегодня день штурма. Распределение, давайте. Так, так. Быстрый коп. Давайте, Климзи. Ресепшн. А, стрельба, вот, держи. И куб с дубинкой нужен, с навыками взлома. Ну, давайте вот так. Посмотрим, что выйдет. Сегодня день штурма. Даже не знаю, как все пройдет. Будем надеяться, что все будет хорошо. Так, завтра нужно будет заплатить фраер. Поздно экономить. Пора начать зарабатывать любым способом. 547 in progress. Так, ну и да, копы, которые у меня на штурме, они мне недоступны. Молодую девушку в длинном белом платье торопливо запихивают в автомобиль какие-то подозрительно веселые люди. Так у них свадьба, наверное. Так, она с лузерами не поедет. Давайте мы, наверное, так, золотые слитки сперва посмотрим, есть или нет. Так, нету. Нету. Так, нам нужно... Нужно отправить в баню людей. И нужно утопить их в алкоголе. Да, куплено. 532 in progress. Вот давайте вдвоем отправляйтесь. Так, здесь у нас 490. Две старушки не поделили место в очереди. Они пытались сочиться. Одна громко сказала, другое. Женщина, получите, у вас ужасный запах изо рта, прямо глаза режет. Оскорбление здоровья достали. Лицо баллончика, ясно. Так, блин, ну они от усталости упадут. Ну вот этот один, в принципе, может справиться сам. Ну, может быть, мы сможем подождать, выждать какое-то время. Код I. Кто-то вломился в морг через окно и украл дизельный генератор. Дизельный генератор сперли. Так, похищение. Ну да, я так и думал. Значит, я до сих пор чувствую запах этого мерзкого уксуса. Может, бурбон поможет его выветрить? Я тебе буду топить в этом уксусе до тех пор, пока ты не начнешь нормально. Так, уже срочно, да? Вот она отсюда не поедет. Хотя прекрасно бы справилась. Ладно, давай, бородка, вперед. Вроде у тебя есть все необходимое.
А погоди, 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 я знаю. Вот ты поедешь, вот так. Ага, езжай, разбирайся. Так, мистер Нэш, боюсь, ваше дело палаточник против меня разваливается, улик недостаточно. Я буду вынужден пустить его на свободу. Не думаю, что такой провал хорошо отразится на вашем департаменте, так, да и на вас лично. Впрочем, если у вас есть другие убедительные аргументы, то все можно исправить. Но в моей власти любого оставить за решеткой. Что скажете? Давайте принять. Блин, засадил невиновного. Расследование завершено. А, еще можно качнуть. Ну что тебе еще можно качнуть? Переговоры, наверное. Так, тебе силу давай раскачивать. А, у тебя все раскачалось уже. Знаешь, видал, как мы с девочками круто поработали. Мужики не нужны. Феминистка. Знаешь, видал, как мы с девчонками поработали. Мужики не нужны. Может быть, тебя только с девчонками отправлять? Так. В баню теперь надо отправить людей. Пока есть возможность такая. Очень быстро. А надо троих отправлять обязательно. У меня оборудка на вызове. Ну ладно, потерпим пока. Так, старушка гордо стоит на своей обидчице, которая катается по полу, держась за лицо и вещает, как будто тебе это запрещено. Гнида, понятно. Скрытность подкрасок к старушке, она все равно ничего не увидит. Глухая. Замечательно. Бородка в тебе никто не сомневался. Давай обратно. И отправим вас в баньку. Попаритесь с мужиками там. Хорошо. Вот вы втроем. Вот только попробуйте уснуть за рулем по дороге в баню. Сейчас мы их очень быстро перезарядим. Что-то вызовов прямо не так много. Вот на этот уже надо ехать, ну... Ну нету золотых слитков у нас. У вас недостаточно денег. Да и денег у меня тоже нету, блин, 3000 всего. Что здесь, 710. Так, если бомж забежал в клуб и стащил танцовщицу со стены, усадил ее к себе на колени, лапает. Когда появилась охрана, он он пригрозил, что порежет девушке лицо. Ну блин. 35 копов пьяные. Ладно, этот пьяный отряд должен справиться. Может, Дюваля надо было с ними отправить. Ну, он вообще меня не уважает. Полный стриптизер в костюме школьницы сидит на коленях у тощего бомжа. Сама по себе ситуация. Уже дебильная. Полная стриптизерша в костюме школьницы сидит на коленях у тощего бомжа. Одной рукой он держит ее за грудь, другой прижимает к лицу ножик. К лицу зазубренную крышку от консервной банки. Так, ну он может порезать ее на самом деле, подкрасться к бомжу, приказать бомжу отпустить девушку, выстрелить в бомжа. Эх. Да. Дегрант отряд мой. Как же с вами быть? Подкрасться бомжу.
Стелс есть у кого-нибудь? Стелс ни у кого нету, не подходит. Приказать бомжу отпустить девушку. Толстую школьницу вы хотели сказать. И выстрелить в бомжа. Переговоров тоже никого нет, поэтому, наверное, будем стрелять. Давай, Дольче, не промахнись. Я в тебя верю. Оп! А, нифига, Дольче, какой выстрел! Коп попал бомжу в голову. Стриптизерша не пострадала. Только ее костюм школьника испачкан кровью. Мне кажется, она будет более сексуально выглядеть. Так. Ложечка. Я тебя качал во что? В стрельбу или в силу? Давай в стрельбу тебя раскачаем сейчас. 526 in progress. Так, все. Все копы ребутнулись. Блэкджек. Мистер Нэш, давайте сыграем в блэкджек, а то я расстроюсь. Хорошо, давай. 526 in progress. Блин, ребят, ну... Блин, чё здесь? Слушайте, наверное, зря мы копали под владельца похоронного бюро. Почему? Потому что, ну, говно явно выдает бомжа. А в углу, неужели... вот так... кучу навалил в углу труп. Давайте все же под бомжа копать в следующий раз. Под бездомного. А, ложный вызов, слава богу. Ну. Ребят, успевают. Есть, успевают. Тигрант отряд вернулся. Блин, 900. А, двое мужчин привязали старшую дочь фермера Билла. Ноги и трак катят по полю. Ни хера ж себе. Есть! Успевают вернуться. Так, ну и давайте, наверное, всех туда отправим, кто не пьян. Да Перси тоже возьмите, мистера Дюваля тоже возьмите. Куросава, ты меня выбешиваешь. Давай. Я не поеду с лузерами. Ну, ложечку тогда возьмите. Не, лучше возьмите музыку. Музыка вам поможет. Последний вызов на сегодня и в блэкджек. Сыграем. С Куросавой. Куросава, по-моему, сколько там? $500 надо выплачивать постоянно и выпивку подавать. Но выпивки там полный склад у меня уже есть, поэтому с этим проблем не будет. Но с деньгами... Не даются мне задания, которые, ну, приносили бы мне деньги. Хотя вроде бы берусь почти за все. Трактор тарахонит, припинил пулю и тащит за собой молодую девушку. Ее одежда уже почти порвалась в кровавый превратилась в кровавый лохмотья. Ферма Билл в ужасе. Они ворвались к нам в дом и схватили мою дочь, обвязали ее грязной и приложили ведьмой. Грязной приезжей ведьмой. Так, выстрелить в колесо трактора, побежать за трактором, включить сирену. Мне кажется, сирену он не услышит, поэтому надо стрелять по колесам. Стрельба есть у кого-нибудь? Стрельба 1, стрельба 3. В колеса давай. 526, complete. Отлично. Лопнула. Коп попал в колесо трактора, оно лопнуло с грохотом трактор. В сторону, не знаю, преступника там. Преступники остались внутри и стали легкой добычей для полиции. Девушка сильно пострадала, но жить будет. И в печали. Мы переехали сюда из Фрипурга за спокойной жизнью, а тут такое творится. Стрельбу дольше раскачаем дальше. Ну и все. На сегодня все. И у нас еще штурм сегодня будет. И блэкджек будет сегодня. И завтра надо будет платить по счетам. Интересно, как часто можно не платить фюру, чтобы федералы до нас не добрались? Закончился этот тяжелый трудоемкий день. Но мы справились. Фух. Продолжить.
Так, кузнечик есть. Вот силу возьми. Таран возьми. Ну, не знаю, атлант возьми. Так, взломщик есть. Скрытность, переговоры. Давайте допрос. Заставить сдаться. А, у нас уже есть это, так что не понадобится. Давайте тогда, не знаю, часовой пускай будет. Так, что с тобой делать? Ниндзя. До поднятия тревоги получает одно действие. Давай, Берч, переговорщик. Может ли с преступником по рации отложить взрыв бомбы? Хотя я вот не помню, это задание как с бомбой или нет. Взломщика давайте тоже. Спортсмен полицейский перемещается дальше на одну клетку. На одну или несколько клеток. Давай. Это поможет. Терпение. Полицейский тратит все свои действия, получает одно действие. На одно действие больше в следующем ходу. До трех действий максимум. Ага. Третье действие, если Климзи пропустит ход полностью. Давайте стрельбу на всякий случай возьмем. Ну так, чтобы была. А хотя нет, не надо. У нас есть стрелок, поэтому пускай у нас... Господи, как его? Стокман будет стрелять. А ты у нас возьмешь, не знаю... Ну давай возьми терпение тогда. И не знаю, перехват может. Так, тебе мы возьмем глушитель, прицельный выстрел и выстрел на удачу. Тем более, что ты у нас пьян. Да, пьян. Второй выстрел тебе не помешает. Взломщик. Давай часовой, разведка и капкан. Вперед. Нейтрализуйте всех подозреваемых. Ход первый. Так, получается, они в двух зданиях, да? Ну, даже не знаю. Ну, давай вот сюда. Переводил все же. Их здесь четверо. А почему у тебя только один ход доступен? Ладно. Такс. Берч третью. Три хода есть, да? Блин. Это светошумовая граната, да? Или это перцовый баллончик? Вот вторая. А, второй предмет. Сверху. В первой строчке. Так, он перелезть не может. Давай тогда информацию сюда. И открой. Все равно ничего не увидит. Такс. Так, давай пока встанем вот сюда. Ага. И дубинка его. Вот так. Оп! Чтоб неповадно было.
Давай, вставай на разведку, чтобы была информация. Так, а с тобой как поступить? У тебя взлома ведь нету, да? Нет, взлом есть. Тогда откроешь еще одно окно. Через окно залезем. Так, местонахождение преступников посвящается на один ход. Работает один раз за миссию. Хорошо. Такс. Давайте, наверное, решим проблему вот с этим. Так, здесь я помню их трое, здесь, по-моему, один. И вот сюда его сныкаем. Так, далее. Как быть с тобой? Давай тогда подтягивайся к ним, тоже на разведку встанешь. Так. Ну, здесь вот их трое, я точно помню. Как бы получше поступить? Ну, по идее, надо вот сейчас ломать этого. Дубинка есть у тебя? Да, есть. Заломаешь этого тогда. Угу. Дубинка его. Оп. Есть. Так, а можешь ли ты его арестовать? Ой, недостаточно. Тазер действует на средних дистанциях, оглушает А, это оглушение, нет. Тогда давай вставай вот сюда. Посмотри, что здесь. Угу. Так. Даже не знаю, как поступить с вами. Хотя подождите, у нас же есть светошумовая, да? А всех прекрасно заденет. Давай, кидаем туда. Все. Блин, ну он один здесь. Наверное, поторопился с гранатой, но они все оглушены зато. Я не знаю, здесь, по-моему, ничего нету. Так. И давай вставай вот сюда, чтобы двоих сразу сломать. Так, открой, наверное, еще одно окно. И вставай вот сюда. Хорошо, теперь у нас есть информация вообще везде. Ты не высовывайся. Так, они знают, что мы здесь. Ого, откуда? 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 Мы потеряли копа. Откуда они узнали, что мы здесь? Ой-ой-ой, как больно. Так, ну выбора нету.
Придется ломать всех. Так, арестовываем его. Я дверь выбить не могу, да? Вон ты, у нас не таран. Это что такое? Перехват. Заканчивая ход во время чужого хода противника, коп может выстрелить первого замеченного преступника. Ладно, терпим. Стреляю в него. В корпус. Да как так? Ты мажешь. Так, вот его давай убивай. В корпус стреляем. И добивай. Одного нашего копа убили, это не очень хорошо. Блин, здесь нету укрытий, вот в чем беда. И у тебя одно действие осталось, да? Так, как бы поступить? Тебе бы желательно вот сюда сместить, чтобы ты не попадал под огонь. Так, ладно, конец хода, пока. Посмотрим, что они предпримут. Одного добили все же. Да в курсе я, что вы losing people. Так, это не очень хорошо. Все складывается не так, как нам надо. Так, на информацию вставай. Так, и давай тогда выбегай. И сейчас ты его убьешь нафиг. А, не мой. Блин, занял. Ну ладно, черт с тобой. Давай тогда вот сюда беги. Стреляй в него. Готов. Ну, почти готов. Не будет... А почему ты не можешь стрелять? Наверное, потому что у тебя нету... Это при смерти у нас, да? Ладно, меняй позицию. Мы, в принципе, знаем, что он здесь один. А, он в руку ранен, поэтому не может стрелять. Оу, ты чё? Догоняет его все-таки. Так, это не очень хорошо. В него давай. Угу. Так, тут, по-моему, все, и тут вроде тоже все. А здесь трое. Блин, я так хотел повязать их. Так, давай ты пока что встанешь вот сюда, чтобы того копа закрыть.
А ты давай отбегай, ну не знаю, беги куда-нибудь сюда, наверное. Хотя он тебя и так достанет. Давай, беги. Не должен тебе попасть. Догоняет. Так, с тобой мы сейчас быстренько вот так разберемся. В корпус ему тоже стреляй. Мимо. Плохо дело. Давай тогда подбегай к нему и ножом его. Вот так вот, а вот. Готов. Так, ну я даже не знаю. Он через 5 ходов умрет. У нас здесь еще трое. Блин, лучших из лучших забирают. Гады. Такс. Что делать? Не могу понять. У меня уже трое погибли. Причем Берч третий погиб, блин. Вот это очень херово. Ладно, беги пока сюда. Все равно тебе никак не помочь. Один ход только. А ты перелазить можешь у меня? А у меня только один коп умел перелазить. И как теперь вот этих доставать, объясните мне. Может, есть дверь какая-нибудь есть? Да нет, ограда. Нет, ребят, давайте, наверное, перезапустим миссию. Потому что мне надо больше копов, которые будут уметь перелазить через ограду. Ну ладно, выходи тогда. Мы их тогда в случае чего гранатами просто закидаем. Давай, пробирайся тогда сюда. Если еще сейчас будем их вязать. А, так этого можно оглушить. Сейчас мы это и сделаем. Это мы сейчас и сделаем. Давай, похавальненько ему туда. Оп! Полиция! Не двигаться. Так, ну эти как на ладони. Вот ты прямо мертвый груз мой, который я не знаю куда девать. Так, сперва. Get on the ground. И на исходную давай. Такс. Как быть с тобой? У тебя гранат нету. Вот у тебя есть одна светошумовая. Давай тогда знаешь, что сделаем? Берч, ты вскрой нам еще одно окно. Вот таким вот образом. Роджер. А затем заходи вот так. Дальше.
У тебя тоже есть светошумовая. В принципе, мы знаете, как можем обнаглеть? Так, у тебя есть два хода. То есть одного можно связать тут же. Так, давай ты спрячешься вот сюда. А потом кинешь в них гранату. Посмотрим, куда она полетит. Одного не задеваем все же, да? Хотя у нас еще есть ход, давай, кидай гранату. Угу. Заходи. И дубинка его. Вот таким вот образом. И этому тоже гранату. Подожди. Может, стайзера его? Давай стайзера. Хорошо. Сейчас мы просто зайдем и всех повяжем. Угу. Такс. Сперва с тобой разберемся. Заходи. Так, теперь с тобой. Проходи вот сюда и арестовывай его. Хорошо. Очень хорошо. Продолжай бежать. Это с самого начала раунда. Бежит, 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 бежит. Да Берч, что на самом деле надо вот, вот это вот забрать. Хотя здесь у нас Стокман есть, который может все подобрать. Так, заходи и арестовывай. То же самое. Врывайся и арестовывай. Угу, замечательно. Ну вот и все, в принципе. Ну вот здесь вещдухи какие-то лежат. Сейчас схожу, посмотрю, что там за вещдоки. А, невозможно, потому что, ясно. Вход только провтыкал. Нужен таран. Угу. Так, а кто у нас таран? Ну вот ты у нас таран, да? Хорошо, тогда убиваю вот эту дверь. Бам! Хорошо. А ты у нас таран? Нет, ты у нас не таран, ты у нас наблюдатель. Вот сиди тут и наблюдай тогда. Так, ты у нас можешь перемахнуть через стенку? Нет, не можешь. Ну, я даже не знаю, как поступить. Давай сюда тогда перемещайся потихоньку. Так, ну и все, ход больше не нужен. Так, и вот ты у нас можешь перелезть, но пока что не надо. У тебя не осталось гранаты, между прочим, да? Так, все, пока стой тут. Арестовывай его. Ну и все, пока больше нам ничего не надо. В принципе, в этом здании мы всех повязали. Остались только уроды вот здесь вот. Так, давай, выбивай, наверное, дверь вот эту. Здесь, по-моему, никого нету, насколько я могу помнить. Тараном, давай. Херакс! И здесь вещдоки лежат.
Давай, перелазь через окно, подержишь коробку. Пока полиция сделает нормальную работу. Так, и ты тоже возьмешь коробку. Берч. Вот ты-то мне и нужен, чтобы перелезть через высокие ограды и препятствия. Ладно, конец хода. Будем сейчас потихоньку перетягивать наши силы. У меня, по-моему, только два копа, которые умеют лазить. Да, это вот этот коп. И вот этот. Вот они, в принципе, вместе и стоят. Так-с. Хватай коробку. Держи ее. Так, вот ты стоишь в проходе и мешаешься нам, да? Надо было попозже прыгунщиков взять вот этих. Ладно, давай вылезай на моральную поддержку. У меня два копа, которые будут выпрыгивать на троих ребят. Да и все, в принципе, больше нам ничего и не надо. Так. Ж, давай тогда подумаем, как лучше залезть. Здесь окон, по-моему, никаких нету. Поэтому как поступить? Здесь окно зато есть, можем спалиться. Давай пока за мусорный бак, что ли, спрячься. Вот. А, не хватает клетки одной, да? Ладно, поступательно, постепенно будем набегать. Мне кажется, этот перк перелазания заборов, ну какой-то глупый. Его можно было всем копам сделать, как обычное движение по умолчанию. Так, давай тоже за ним ныряй. Так, сейчас я хочу посмотреть. Так, у тебя гранат не осталось. Так, этот держит коробку. Хотя вот у него есть граната. У Берч третьего тоже есть граната. Блин, ну как же не кстати, а. Хотя у тебя есть тоже граната, мы можем оглушить их. Надо просто понять, раздобыть информацию любую о местонахождении здесь противников. Так-с. И у кого есть разведка? Вот у тебя, давай. Надо посмотреть, сколько их здесь. 1, 2, 3, 4. Их здесь 4. Угу. Все тут стоят. В принципе, можно сыграть на неожиданности и кинуть сюда гранату. По-моему, вот четвертый, который вот завалил одного нашего здесь. Вот он, по-моему, вот здесь я его не увидел. Он, по-моему, именно он и оборвал нам всю операцию. Ладно, конец хода. Ход преступников. Такс. Давай вот сюда прячься. Угу. Так, ну вот наконец-то ты добрался до заветной коробки. Берч третий, ну нужен ты мне прямо сейчас. А гранату он сюда не закинет каким-нибудь метким броском.
Так, ладно. Тебя тоже вот сюда перетягиваем. Ну и конец хода. Больше мы здесь ничего не сделаем. А, они даже не знают, что мы здесь. Так, как с тобой быть теперь? А, подожди, подожди, пока не забыл. Да, вот ты коробочку подними. Вот таким вот образом. Все, молодец. Вот так и стой. Ладно, давай тогда сюда беги. На. Ты не умеешь взламывать у меня. Так, подожди, а ты... И ты тоже не умеешь взламывать, блин. Ладно, тогда терпи. Ход один. И конец. Так, два куба против четверых. Кто же одержит верх? Такс. Вот с тобой. Давай, оббегай вот сюда тогда. Зайдем тогда с двери. И вот сюда. Сейчас, если они все сместятся вот сюда, то это будет победа. Потому что граната заденет абсолютно всех. Так, хорошо. Не очень хорошо. Слишком херово. Это стоит. У него сигарета в зубах застряла. Такс. Граната. А, не можем кинуть, да? Тьфу ты. Ладно, давайте тогда. Давай уступи ему место. А ты становись вот сюда. В принципе, можно тараном выбить эту дверь, но это нам не нужно. Так, и посмотрим, как ляжет граната. Этих троих она заденет. Нам нужен еще один ход. В принципе, знаете, как можем сделать? Сейчас ход закончим. Они куда-нибудь сместятся. Граната все равно хорошо так шандарахнет. Мы закидываем гранату, оглушаем троих. И потом вторым копом забегаем и оглушаем дубинкой четвертого. Вот такой план. Так, ладно, пускай. О, слушайте, ну... Я, наверное, сейчас всех оглушу одной гранатой. Ну-ка, давай-ка. Да, всех оглушу. Ребят, спокойной ночи. Бам! Одного надо стопудово арестовывать. Так, какого? Так, ну вот этим мы забежим вот сюда. Следующего вот они потеряют. И вот этот коп, которого я сейчас держу, он оглушит дубинкой этого и этого. У тебя же есть дубинка, да? Да, есть. Оглушает дубинкой этого. А, вот этих двоих. Получается, вот этим копом нам надо забежать сейчас.
одним ходом, арестовать его за этот же ход, вот этого. Потом они ход теряют, все вчетвером. И вот этот снова за ход оглушает этого и арестовывает, да. Похоже на план, давайте. Так, забегай. И арестовывай его. Хорошо. Сейчас они ход теряют. Мы оглушаем всех по новой. Конец хода. Да, вот все втроем ход теряют. Так, мы арестовываем вот этого. Угу, хорошо. Вот теперь сработали как надо. Так, дубинкой их снова оглушаем по одному разу. Вот так вот. Оп, все. Конец хода. А мы еще сейчас можем вот эту комнату зайти и там вещдоки забрать. Так, этого можно арестовать, в принципе. Угу. Так. Подержишь его, да? Пока наш молодой забежит и заберет коробочку. А здесь нету коробки. Ни одной. Ну ладно. Арестуем тогда последнего. Блестяще. Фу, день был довольно-таки долгий. Но зато какой продуктивный. Все арестованы, никто не ранен. И это здорово. Героина зато много. Кокаина также много. Скорость. А, еще скорость, хорошо. Тоже 2 очка. Ну, давай тебе скрытность докачаем до конца. И переговоры. Тоже 2. Ну, Берч 3. Скорость тебе тогда раскачиваем. Далее. Посмотрите на его лицо. Серьезный коп. Климзи. Будущий шеф полиции. Хорошо. Так, ну и тебе скорость тогда докачаем, и у тебя останутся только переговоры. А что тебе раскачивать? Давай, наверное, скорость тоже раскачаем. Хотя нет, давай и скрытность тебе тоже качнем. Ну так, на всякий случай, чтобы было. А, и блэкджек у нас еще сегодня, да? Еще. Хватит. Идеально. Хватит. Вы победили. Прекрасно. Тринадцать. Еще. Хватит. Ну еще бы. Куросава, мне кажется, ты совсем не стараешься. Как будто совсем меня не уважаешь. 11. Еще. Хватит. Ладно, допустим. Допустим. Хватит. Ничья. А, еще. 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 Хватит. Так, есть. О, хватит, идеально. Угу. И последний раз. Еще. 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 А, перебор, ну ладно. Так, последний раз осталось выиграть, мистер Бойд.
Хватит. Все, он не побьет эту комбинацию, да. Прекрасно. Ну, Куросава, сегодня не твой день. Мистер Нэш, а вы неплохо играете, и знаете что? Раз такое дело, вы можете не искать для меня виски на завтра. В честь вашей победы обойдусь обычной суммой в $500. Так, ну что ж. Ну, прямо навалило. Ну-ка, кратер, сколько тебе? Карта! Ты издеваешься, да? Ты же мне в подметке не годишь. Вы посмотрите, 81,7. Так, ход Нэша. Что я могу сделать? Все. Тысяча. Тысяча за 50. Тебе только интеллект один раз качнуть и все. Берем. Такс. Ну, вот это все, конечно же, покупаем. Далее. Но он ничего не берет, потому что ему не хватает. Хорошо, хорошо. Набираем завтрашнюю смену. Я не буду работать каждый день. Чё ты орёшь? Я не буду работать каждый день. Ну и ты вместе с ней, да? Ладно. Вот этих тогда набираем. Я не буду работать каждый... А, ты мне не верен. Ладно, черт с тобой. Такс, 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 такс. Не буду работать каждый день. Текс, текс. Давайте вот так, наверное, наберем их. Подождите, алкаши у меня есть? Вот, один алкаш. Мне надо двух алкашей в эту смену. А, и есть Перси тоже. Берч третий. Будем убрать? Да не, я думаю, не стоит. Или может стоит? Не, не стоит. Он у меня работал в прошлую смену, поэтому пускай отдыхает. Так, музыка, что с тобой делать? Ладно, отдыхай пока. Двух алкашей мне хватит на сегодня. Ну, давайте Вулбега возьмем. 12 копов. Ну, нормально, завершить день. 5 декабря. Ребят, давайте, наверное, сделаем перерыв. А то я, в самом деле, даже сам устал немного. Довольно долго сидим за этой серией. Большое спасибо за просмотр. С вами был Игрок. Всего хорошего.